Вот такие старые сарайки. Все прогнило, все разваливается. Но что мы здесь нашли? Ребята, это бомба. Это вообще... Вы представляете? Машина 43-го года. Машина 43-го года. Ха-ха-ха. Посмотрим. Двигатель весь на месте. Все у нее на месте. Вот это находочка. Вообще такое завести, конечно, нужен настоящий шофер. То, что мы гоняем на всех этих японских автомобилях, это ключик повернул и все, оно завелось. Здесь, прежде чем поехать, нужно столько было манипуляций произвести. Вот, новое приобретение, новая игрушка. ГАЗ-67 53-го года. Пытаемся реанимировать. Сердце остальное что-то не хочет биться. Автомобильной крови не хватает. Во-первых, этой крови 80-й. Я про бензин. Не найти было. У нас на заправках 80-й пусть не продают. А теперь